Воздушная дуэль на истребителях за украинские Бахмут и Днепр. Именно с таким предложением обратился к украинскому президенту глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Владимир Александрович, приземлились, отбомбились по Бахмуту. Завтра сажусь на МиГ-29. Если будет желание, встретимся в небе. Если ваша возьмет, забирайте Артемовск. Если нет, идем до Днепра. Напомним, что не столь давно, в декабре прошлого года, Пригожин уже записывал обращение к Владимиру Зеленскому. Тогда, после появления информации о визите президента Украины в Бахмут, глава вагнеровцев предлагал встретиться, переговорить. Сидел в штабе на Первомайке, сказали, Владимир Александрович Зеленский подъехал. Быстро рванул в сторону Бахмута. Вот сейчас Малки ребята отработают. Если обратит внимание, готовы встретиться в любой момент. Заодно определимся, где там, чье, зачем. Вот так, медленно, но верно. Шутовские обращения и прочая активность в информационном поле превратила некогда зловещего вербовщика-зэка в очередного клоуна, над которым наряду с Шойгу, Коношенковым и прочими насмехаются даже свои. Не совсем понял, а что он Зеленского, а не Байдена на дуэль на МиГ-29 вызвал? Это было бы однозначно круче. Хотя дождемся, когда его назначат начальником РВСН или ВКС. Впрочем, в стране, где талантливый скульптор, резчик по дереву, чрезвычайно успешно руководит Министерством обороны, разве не могут сами собой появляться летчики-самородки? Гиркин Стрелков, по всей видимости, не знает, но от летчика-самородка уже и Байдену прилетело. Ведь после того, как США признали ЧВК «Вагнер» преступной организацией, Пригожин и его совет командиров нанесли мощный ответный удар. Отныне вагнеровцы не признают декларацию о независимости Соединенных Штатов. Настоящим заявлением информирую. Совет командиров ЧВК «Вагнер» подписал протокол. На совете присутствовали 427 человек. Кворум собран. Были приняты следующие решения. Признать не имеющими силу следующие документы. Декларацию о независимости США, ратифицированную 4 июля 1776 года. На деле десятки тысяч убитых вагнеровцев под Бахмутом, обращение к президенту Украины, да и сам образ сурового и успешного командира – все это для укрепления и продвижения своей персоны в российском политикуме. Повар Путина хочет повысить свой статус в иерархии Кремля. Из-за этого эгоистического интереса Пригожин не боится бросать в бой узника за узником. Вот только сдвигов в карьере Пригожина пока не предвидится. Кремль опасается своего повара и поэтому отказывается легитимизировать его деятельность. Об этом в частности свидетельствует отказ московского суда признать Пригожина собственником и учредителем Вагнера. На фоне этого весьма интересным представляется намерение «Газпрома» создать собственную ЧВК. В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона о безопасности объектов топливно-энергетического комплекса предоставить публичному акционерному обществу «Газпромнефть» право на учреждение частной охранной организации. Далее организация. Получается, что у целиком и полностью подконтрольного Кремлю «Газпрома» уже в скором времени появится альтернатива «Вагнеру». И какова же после этого судьба столь неудобного для Кремля повара?